Всем привет, это Хайповый Шмот. Мы поджигаем ваши дымоходы. Подписывайтесь на наш инстаграм, тикток, а также группу в Одноклассниках. Шутка, Одноклассники — это не стильно. Скажите, что на вас надето? А? Что на вас надето? Не понял. Такая неожиданность, я встретил старого знакомого. Привет. Слушай, ну у тебя тотальный рефреш. Расскажи, что это за crazy look? Сегодня праздник, День защитника Отечества. И чтобы не выделяться из толпы, я решил надеть свой military look. Вау, так, а что за лосинки? Или это не лосинки? Расскажи нам. Нет, это не лосины, это скини. Приобрел я их в Европе за 5000 евро. А, то есть в Европе брал? Нет, ты брал я в Москве. Брал я в Москве. Чтобы потом приобрести в Европе. А, рабочая схема, я понял. Сколько миллионов рублей вам нужно в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Мне хватает. Сколько в цифре? 30. 30 миллионов евро? Да. Натуральные хайповые шмоты. Мастер 6, шапка 6, натуральная вон это, писец. Писец? Да, вот видите, шкурка, вот это все натуральное. Это мне внучка привезла из Москвы, 8 тысяч. Видите, вот такая, 9 тысяч. Вау, ребята, я просто в шоке, это что за мерч, это Black Star? Какой Black Star, сын мой? Это все от кого? Господь с тобой. Ваши шмотки – это роскошь, а роскошь – это порождение греха смертного. О! Что ж они, окаянные, на пешеходном переходе остановились? Так вы не поедете? Я не поеду, я полечу. А, на вертолете! Бог с тобой! Я не говорю по-русски. Where are you from? I'm from Yemen. Ага, я слышал, что Йемен — это просто законодатель стиля. По-английски. Слушай, а что это за очки? Я никогда не видел. Это Ray-Ban? Нет, это лимитированная версия Антонио Вачелло. Антонио Вачелло? Да, два раза. Вау, ну и как тебе Вачелло? Слушай, ну прикольно, всем нравится. Тебе надо тоже себе взять Вачелло. У нас все секонд-хенд. А что за ранец? Вы собираетесь лететь куда-то? Это ранец-помогатор. Он, я его взял, ну, у фиксиков забрал, короче говоря. Теперь я в нем. И вам нравится? Нет, мне не нравится. Он меня отягощает. Что за кольца, сколько стоит? Великая непостижимая черепашья сила. Она помогает мне замедлиться. Весь мир бежит вперед, я начинаю замедляться. И двигаюсь медленно. Вы не любите разгоняться? Я люблю разгоняться, но как раз-таки я одел это кольцо, чтобы не сильно не разгоняться. И не сшибать людей. Ранец, помогатор, он заставляет ускориться. Плюс наркотики. How much money do you need to feel comfortable? A lot of millions. A lot of millions? Yes. We men, we never get satisfied. Give me 100 million, and then you're gonna tell me I'm gonna give you 1 million or more. I'll say, okay, give me more. Ну вы, арабы, все так говорите. Вам, арабам, всегда мало. О, смотри, давай подойдем к этому молодому человеку. Добрый день, подскажите, что на вас надето? Миша, не видишь, я играю. А во что играете? Это самая современная игра настоящего времени. Модная? Да не то слово модная. Raid Shadow Legends – это пошаговая коллекционная RPG, сделанная по всем канонам. Темная фэнтези с потрясающей графикой. В ней вы найдете более 400 чемпионов, которых можно прокачать совершенно по-разному. И при этом игра уже доступна на ПК. А теперь в игре доступен долгожданный боевой пропуск. Первый сезон уже запущен. Выполняя ежедневные и еженедельные задания, вы можете получить потрясающие призы, включая дополнительные запасы энергии, рубины и обновленные наборы артефактов, а также новых эпических и легендарных чемпионов. А сколько это стоит? Игра совершенно бесплатная. А разве такое бывает? Конечно, бывает. Качай игру по ссылке в описании и как новичок получай 100 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона громобоя прямо себе в коллекцию. Круто. Пойду скачаю. Ты никогда не носил бороду? Что это за борода? Сколько она тебе вышла? Слушай, ну стоит она недешево, но я совершенно не жалею. 500 000. Я люблю быть брутальным. 500 000, да? За что конкретно ты заплатил? Присадили 4000 луковиц, чтобы моя бородка стала погуще. Как стала погуще? А гуще не стала, но Инстаграм завален сообщениями и комментариями. Я стал популярнее. Вау, и что тебе пишут? Пишут, что я долбоёб. Ну это активность. Мы в Мекке моды, какой-то блошиный рынок. Сейчас узнаем какие-нибудь новости. Здравствуйте. Расскажите, что за бренды вы продаете? Я не хозяйка. Ну, без разницы, вы же знаете, что примерно вы продаете. Да я не продаю.
А? Отлично, это бесплатный рынок, то есть любой человек в Челябинске может приходить и брать ботинки, мерить, одевать и носить носки, все что угодно. Все бесплатно, вы сами слышали. Сейчас мы с ребятами что-нибудь себе подберем. Как вы думаете, сколько нужно человеку денег, чтобы выглядеть хорошо? Хорошо выглядеть, нужно быть счастливым. А счастливым нас делает любимая работа. Я живу в провинции, мне бы 1015 было достаточно. Главное вкус иметь, неважно, где ты одеваешься. Я вижу у тебя сумочка, что это за экстра-клатч, расскажи нам. Ну это классика, Supreme, покупал за 3000 евро. Слушай, по-моему, это паль. Нет, это оригинал. Я тебе говорю, это паль. Расскажите, что на вас надето? Кого? Что на вас надето? Трусы, бля. Трусы? А какой фирмы? Паря. Вы такой агрессивный, потому что у вас нет вкуса. Что за бренды вы продаете? Наши российские. Российские? То есть ни Dolce & Gabbana, ни Gucci, ни Valentino? Это Карачаево, Черкесск. Расскажите, какие цены? Цены дешевле, чем в магазине. Ну, примерно, что это, 300-400 евро? Нет, 15 евро. А у нас такая модная лакшери-передача. Не могли бы вы назвать вот как бы цифры в рублях, но вместо рублей говорить евро? Нам чисто для кадра. Пожалуйста, 650 евро. Ага, хорошо. А вот это? Видите, давайте 600 евро. Евро, да? 1000 евро. Вот это уже другой разговор. Слушай, ну мне очень нравится твой military look. А ты сам-то служил? Конечно, я вообще люблю служить. Все для службы у меня с собой. Да ладно, ну-ка покажи. Ух ты. Что это такое? Omnium Mio, Me Comporto. Это что за бренд? Вау, просто cool. Ребятушки, привет! Как настроение? А у нас весенний призыв. Эту страну уже ничего не спасет и ничего не поможет, к сожалению. И поэтому вы улетаете отсюда? И поэтому я раздаю бумажки. Почему я улетаю? Это программа «Хайповый шмот», и мы продолжаем. Подскажите, что на вас надето? Ну, сосна. Эля, ты бы пиздовал отсюда, а то сейчас родственники пройдут, тебя рядом положат. Как вы относитесь к пенсионной реформе? Плохо отношусь. Сама недавно пошла, у меня уже ни силы, ни работать не могу. Зато теперь на государственном уровне мы можем быть дольше молодые, не так ли? Ага, конечно. Сколько миллионов рублей вам нужно в месяц для комфортной жизни? Вроде в деньгах не нуждаюсь. Круто. В регионах люди в деньгах не нуждаются, запомните. А мы снимаем про моду. Расскажите, что на вас надето? Пуховик с мусорки одет. Рабочая одежда. Сколько он стоит? Ну, я не знаю. Выбросили, я подобрал. Привет, расскажите, что на вас надето? Ой, бля, опять ты что ли? Да, я. И снова в поисках нового хайпового шмота. Слышь, нахер ты это делаешь, а, братан? Что? Ну вот все вот это. Зачем вы это снимаете? Для кого вы, блядь, это снимаете? Зачем вы тычете этими баленсиагами, Луи Виттонами за 250 тысяч простому народу? Вы же знаете, что у людей нету денег, блядь. Стоит, сука, мелкий пиздёныш тупорылый, блядь, семиклассник, и говорит, что ему, блядь, на расходы надо в месяц 1 000 000 рублей, блядь. Ты с какой планеты, ёбаное бриллиантовое говно? Вы там золотом серите, что ли? Ты, петух московский, знаешь, что, блядь, обычный россиянин 15-20 лет въебывает на заводе за 20 тысяч, чтобы миллион ипотеки расплатиться, блядь, и не может этого сделать? Я не понимаю, зачем вы простой народ злите, суки? Вы хотите, чтобы мы взяли виллы? Бля, пацаны, вы закончили, я заебался его отвлекать. От души, братан! Подержи. Сильно. Брекеты от Louis Vuitton. Это круто. Ты прикольная. А почему твоя подруга убежала? Она стесняется? Наверное, не знаю. Я тебя запомнил. Все, бежите тогда, не задерживая. Бежите в школу, скорее. Опаздывайте на урок. Расскажи, пожалуйста, что на тебе одето? Очень интересно. Это программа «Хайповый шмот». Расскажите, пожалуйста, что на вас надето? Подожди, вот у меня пиво здесь за курточкой, да? А у меня и ничего. Кошелек. И кошелек. Раз, два, раз. Два, раз, два, раз, товарищ два, товарищ майор, правильно делал. Раз, блин. Раз, два, раз, два, раз, два.
за 120, классный мерч. Андреа Кадричелли, фирма Глина Месси, брал. Я же долбоёб, я реселлер. Хайповый шмот, с вами мы продолжаем. Расскажи, что на тебе надето? Ты ебанутый. Эй, ты мусор, как тебе тусор?